в большинстве случаев, примерно в 98%, забеременеть сразу после месячных нельзя. Овуляция у подавляющего большинства женщин наступает примерно после того, как пройдут месячные. Но природа нарушает правила, создавая исключения. И исключений этих несколько, и в первом, которое мы рассмотрим, виноваты представители сильной половины человечества. Дело в том, что обычно сперматозоиды живут от нескольких часов до трех дней, но есть мужчины, сперматозоиды которых способны выживать в течение недели. То есть, если половой акт произошел через неделю после менструации, живучий сперматозоид просто дождется овуляции, и тут высока вероятность зачатия. Также следует знать, что есть женщины не с 28-дневным циклом. Цикл может быть короче, соответственно овуляция наступает раньше. Это небольшой процент женщин, но если у нее 21-дневный цикл, то забеременеть спустя несколько дней после менструации вполне реально. Беременность сразу после месячных может наступить из-за гормонального сбоя, стрессов или переживаний. Также, что не очень хорошо, забеременеть сразу после месячных можно при наличии гинекологических заболеваний и заболеваний, передающихся половым путем. Именно поэтому беременность желательно планировать, то есть посетить гинеколога и пройти обследование на наличие заболеваний, которые, к слову, могут протекать без симптомов. Еще есть женщины, чей организм за цикл вырабатывает не одну, а две яйцеклетки. Это связывает с генетическими особенностями организма. Отсюда делаем вывод, забеременеть сразу после месячных реально, хотя это бывает очень редко.